Ну что, всем привет, это... Никому не нужный блог. Почему у медведя женский голос? Короче, давно не виделись, и есть много что интересного рассказать вам. В этом выпуске. Сравним аналоговое барахло с цифровым. Построим гитару мечты. Запишем все это. Лет 10 назад я активно торговал гитарами. За 3 года через мои руки прошло около 300 инструментов. Так я нашел свой любимый бренд. И это Yamaha. На самом деле не потому, что эти инструменты как-то супер круто звучат, а просто потому, что статистически у меня не встречалось ни одной косячной Ямахи. Не развалилась фурнитура, ничего не ржавело, не вело гриф от влажности или сухости. Стабильность. Сегодня мы поэкспериментируем в домашней звукозаписи вместе с вот этой Ямахой SS-300. И японский страт известный тем, что именно с этой формы советские инженеры создали свой знаменитый Урал. А еще такая была у Владимира Кузьмина. Пишем рифаки. Короче, суть в том, что я хочу валить на этой гитаре совершенно адскую мазафаку. Дроп-ля, а это значит, что как минимум нужно заменить ей. Датчики, струны. Для этого я закупил сет совершенно лютых Demarzio Deactivator X, любимые струны Dunlop. Вот такой прекрасный трехслойный пластик для пикгарда. Понадобится всего лишь профрезеровать пару отверстий в гитаре, но для этого у нас есть замечательный гитарный мастер, к которому мы отправляемся. Ну вот, прошла уже целая неделя, и наконец гитара готова. Та-дам! О да, детка. Так, по домашней студии. Mac-компьютер для того, чтобы работать в Ableton со всякими цифровыми штучками. Всякая цифровая штучка. Shindows-компьютер для того, чтобы работать со всем остальным. Presonus Studio One. Аудиоинтерфейс от Steinberg с преампами Yamaha, кстати. Мониторы Mac-и. AKG-K240. Привет на пальме. Ну что, как насчет вжарить рока? Буду писать гитару в 4 трека. В Line 6 под HD500X. Через эмуляцию PV5150 с разными кабинетами. Соответственно, 2 каба на бриджевом звукоснимателе и те же 2 каба на нековом. Немножко аналогового саунда. Turbotube Screamer от Ibanez. Acapulco Gold — это Sun Model T в одной педальке. Дециматор, понятное дело, чтобы задавить всякие шумы. Молекка, эко, аналоговый, суперкрутой дилей, астронавт, безумный психоделический ревер. Все это залетает в маленький комбик кустом. А это котик. Вообще приучил себя даже в домашних условиях, если записывать гитару, то стараться записать ее всеми возможными способами, потому что из этой палитры можно собрать какой-нибудь новый звук. А ведь это же самое интересное. Давайте послушаем пачку цифровых гитар, которые уже разбросаны по панораме. Это вполне устраивает, но здесь не хватает некоторых каких-то шуршалок, какого-то клея не хватает, поэтому я всегда записываю помимо цифры. Сыграли риф жирный, как поезд пассажирный. Гитара получилась что надо. Самое главное, у нее сменное настроение. Всегда можно подвоткнуть винтаж и поиграть что-нибудь полегче. Надеюсь, следующий никому не нужный блок будет записываться гораздо быстрее. Просто ждал, пока придут некоторые детальки, отдавал ее мастеру, это заняло какое-то время. Зато я доволен результатом, и работа была проделана не зря. Если хотите, можно замутить трансляцию на тему саунда и будем крутить в реальном времени ручки, болтать про это, и каждый будет рассказывать, кто чем дышит. А? С вами был никому не нужный блог. Пока!